Золушка, так зовут подозреваемую, совсем не похожа на сказочный персонаж. Зарабатывать она предпочитает, не работая, а обманывая стариков. Я отвлекала дедушку, сказала, что я пустите меня в туалет. Он меня пока пустил в туалет, она забрала деньги, и мы ушли. Легенде с походом в туалет предшествовала другая. Александру Ивановичу Золушка и подружка представились работниками пенсионного фонда. Сказали, что им срочно нужно разменять деньги. Я как раз деньги вытащил вот из кошелька. Всю пачку. И она как сидела. И все, хватит их. И бежим бежать. А вторая скачала и тоже за ней. Вдвоем побежали. 82-летний мужчина лишился суммы в 300 тысяч рублей. Полиция Саратова напоминает, нельзя открывать посторонним людям двери. Всегда нужно спрашивать документы, особенно в случаях, когда злоумышленники представляются сотрудниками социальных, коммунальных или иных служб. Ну и, конечно же, не стоит показывать места хранения сбережений малознакомым людям. В ходе оперативно-профилактических мероприятий «Табор» за совершение данного преступления была задержана гражданка 91 года рождения. По данному поводу следственным отделом, отдел номер 4 по городу Саратову, возбуждено уголовное дело 159 часть 3 «Мошенничество». Иные лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются. Не исключено, что это далеко не единичный эпизод криминальной деятельности Золушки. Если вы располагаете информацией о противоправных действиях гражданки, сообщите в ближайший отдел полиции или по номеру 02 с мобильного 102. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Вести, дежурная часть, Саратов.